Добрый вечер, уважаемая публика. Вот сегодня мы собрались в новом таком помещении. Мы здесь играем оркестр часто. Вот, решили попробовать акустические возможности этого помещения. Значит, просьба отключить мобильный телефон и звук. Во время исполнения не передвигаться, не разговаривать, это понятно. Не петь, не танцевать, мы сами все вам исполним. Вот. Главное не передвигаться, не отвлекать исполнителя. Вот. Дальше я передаю слово Николаю Ивановичу. Он поведет первую часть, первое отделение нашего концерта, где играют солисты. Здравствуйте. Поступает Вахрушин Елисеев, баритон. Макаров Вечер, украинская народная песня, журавли.
Мамишвили Арсен, два веселых гуся. Thank you.
Аляхас Юсиф, Ариас Тадео. Юсиф, иди сюда. Стой, стой там, стой.
Надеюсь. Thank you.
музыканта у нас параллельно играют в этом кабинете, так что публика еще присоединится. Вот. А сейчас вашему вниманию предлагаем выступление младшего оркестра школы оркестровой игры. Видите, какой интересный состав, ну, почти большой оркестр. Вот. Музыка у нас очень популярная, поэтому прошу поддерживать нас аплодисменты. Первое произведение — русская народная песня «В ополе березы стоят».
более оркестровые игры. Есть еще такая ансамбль. Вот у нас девочки за ансамбль. Трио такое. Лейта, Генслин, Фортепиано. Софья Бондина, Лейта, Полина Хальмарева, Кларнет, Мария Скалинова. Thank you.
том, что Владимир исполнитель у нас получил травму серьезную, несовместимую с игрой на кларнете. Вот, и сейчас лечится своим детям там. Так что, товарищи музыканты, будьте внимательны к своему здоровью, к своим пальцам и прочим частям тела. Да? Они очень важны. Не только для игры на кларнетах, но и для жизни. Так, но тем не менее мы решили, мы так готовились, только готовились и решили, что мы сыграем втроем. Владислав Логин – первый кларнет, Дарья Птицына – кларнет и бас-кларнет Роман Парагин. Моцарт, дивертисмент номер 3, первая часть. Thank you.
квартет саксофонистов составы Никита Овчинников, Софья Уткина, Никита Зайцев, Валерий Изюмов. Thank you.
В этом году много событий, много конкурсов, сложных. И мы успели еще подготовить новую программу. Сейчас прямо с новенького я начнем. Эд Хугенс, симфония классика, первая часть. Thank you.
символ нашей музыки, это символ этой песни, которая превратилась больше, чем песню, такую композицию. Это ноктюрн, композитор «Одно предложение». Oh,
папочки с репертуаром. Я определенное время нужно поискать. Но мы уже определили, что мы все будем располагать по алфавиту, и тогда поиски сократятся. Следующее произведение писала Александра Пахотова, называется «Трус не играет в хоккей». Thank you.
посещение нашего концерта прозвучит вальс Кирилла Молчанова на фильм «На семи ветрах». Сейчас еще раз поблагодарим наших музыкантов.